А я вам напомню, что над такой великой армией смеются не только у нас на канале, но и по всему миру. Вот вам пример даже из Нагорного Карабаха. Там над российскими миротворцами очень даже весело насмехаются. А это что еще такое? Заблудился, а, понятно. Зэ заблудился, ясно. Зэ запыхался. Местный житель не побоялся подойти к вооруженному российскому солдату и показал на видео, как выглядят военные преступники, мародеры и убийцы. Бедная, типа вторая армия, ничего так и не ответила ему. Наверное, стыдно. О, друг друга снимаем. Вы меня потом отметите. Тагните меня, я вас тагну. Не отвечают они даже представителям СМИ. И до какого времени мы собираемся молчать? Не, руками не надо, я не трогаю вас. Я вас не трогаю, вы тоже не трогайте, пожалуйста. Мы же должны соблюдать право. Ну, норма международного права. Мы же люди культурные, да? Кстати, возмущенные российские пропагандисты уже назвали азербайджанцев нацистами. Но в Сирии что-то тоже не особо рады путинским освободителям. Там российскую технику местные вообще начали бросать камни. Россияне, вашу якобы вторую армию мира теперь не боятся нигде. Для всего мира она стала уже загробной.